Я посмотрел открытие Олимпиады в Париже. Было интересно, но непонятно. Парад кораблей показался реконструкцией эвакуации союзных войск из Дюнкерка в начале Второй мировой войны. Два последних корабля с олимпийцами, напоминающих корабль «Титаник», меня совсем не вдохновили. Про рекламу Макдональдса и дефиле каких-то уродов в перьях у меня вообще слов нет. А пианист, играющий на пылающем барбекю под песню на мотив мелодии Джона Леннона, полностью отбил желание смотреть этот кошмар дальше. Оказалось, они и флаг кверх ногами повесили. Кошмар!